Всем привет! Сегодня мы решили обкатать мою новую лодочку. Называется она Фишкаяк. Производитель у нас Time Trial. Поедем вдвоем с Алексеем. Вот он как раз снимается, себя покажет. Все его знают. Добрый день! Мне очень интересно попробовать на этом чудо-транспортном средстве водном. Он, в общем, у нас одноместный, типа того. Но можно плавать и вдвоем, как показала практика, вернее, как показал YouTube. И сейчас мы это попробуем сделать. Сидушка у нас одна. Ну, блин. Да что-нибудь придумаем. Да, думаем, доплывем. У нас сегодня маршрут, сколько там, 3 озера переплыть, перетащить. Ну да, по ручьям будем рыбу искать. Да, и будем искать. Лодка называется, сейчас я быстренько пробегусь по лодке. Лодка называется, вернее, лодка, каяк. Называется Фишкаяк Эво. Это новый, обновленный Фишкаяк. Баллоны у нас 33-й, почти 34-й. Что еще у нас? Фиштрон в комплекте идет. Жалко, что один. Я поеду этот, как барин. Посмотрим. У меня свой интерес. Может быть, если мне понравится, я тоже возьму. Может, поменяемся, знаешь, ну, там пару озер, да, потом сядешь. Ну, естественно, дашь порулить. Ну, и сейчас, короче, давайте уже не будем это самое, включимся, да, на, все, на реке. Я думаю, все в процессе. Мы сейчас собираемся, лодку накачали. Сейчас закидываем снасти. Закидываем снасти и вперед. Самим интересно попробовать. По водоемам. Прям у все. Меня аж это. Я вообще себя уверенно чувствую. Ну-ка, грибоника. Короче, учимся плавать вдвоем. Это не так оказалось просто. Половина нужно вырезать, как Димка меня по башке веслом колотит. Да не, нормально у нас. Да, потихоньку. Почти уже привыкли. Потихоньку едем. Синхронно, да. Хорошо. Главное поймать синхрон, то у нас бывает неожиданные развороты. А в целом. Не, вот сейчас вообще ровненько идет, смотри. Ну да. На камеру работаем. Ровно пошли. Пока камера не включила, нас тут крутило нормально. Тестировали полтора часа, чтобы осветить 50-метровый участок. Да, да, да. Ладно, вот мы одно озеро почти прошли. Сейчас вот впереди виднеется еще одно. Потом еще одно. А потом немножко подтащить. И озеро там не будем рыбачить. Погодка какая шикарная. Погодка, да, у нас сегодня 22 мая. Температура воздуха 22, по-моему, с утра. Да, скажем так же. Да я представляю, что днем будет. А днем, да, будет жарище. Ладно, ребят, давайте, будет что интересное, включусь по дороге. Добрались мы до озера. Вот еще это болото пройти такое противное. И туда же. Надо по ту сторону переплыть, там ручеек. И вот на нем будем рыбачить. Ой! Здесь такое болото топкое. Можно легко нырнуть. По самые колени. Самое главное, есть лодка, Леха. Сейчас за лодку хватайся. Или точнее, не отпускай. Чё тебе? Здесь-то все легко и просто сейчас. Давай, давай. Хорошо, ну. Как раз.
Эй, ты далеко не угоняй. У меня как этот, как спасательный круг. Ты мне сейчас за все ответишь. Да. Здесь такое, оно непредсказуемое, это болото. Можно и по пояс идти. Все, добрались, считай. Плохо ветерок поднялся, немножко поздно мы выехали, конечно. Но, надеюсь, все будет четко. Зашла, либо не зашла. Добрались, да, не знаю. Контрольной точки. Будем пробовать. Будем искать что-нибудь. Поставлю вот такой рубирок универсальный, тоже все ловит. В принципе, этот комфортно вдвоем, немножко приловчиться, надо немножко сидушку мою сместить. Сюда бы, конечно, купить. И второго подальше, и все. И будет бомба. Такой ручеек интересный. Утки плавают. Неужели сюда рыба еще не зашла? Вроде так. Уже и времечко. О, сючка была. Да. Ну такая. Я как раз доставал эту приманку, зацепил за траву. Ну что, щучка активная уже радует, да? Соображи, Лёх, не спугни ее. Опять промазала. Еще у нее. Смотри, неплохая такая. А ну кинь силикон. Вот она стоит. Она прямо под этим кустом стоит. Сейчас мы попробуем. Такая, под килограммчик. И такая вся битая, то ли после сетей, то ли. Взяла. Вот она. Ну, да, неплохая щучка. Ну, давай, покайфуй маленько. Да, такую взять можно. Да, я жарю съедобное, ну, под килошку. О. Так, ладно, давай Леху доснимем. Что-то вы слишком как-то манерно с ней, Алексей Михайлович. Ну, она первая. Ну, приятно. Ты видел, что она сделала? Забагрил. А нет, тесно взяла. Щечка, да, небольшая. Не, на все. Ну, это мы отпустим. Такая. То ли в сетях была, то ли где. Тихо. Сама ушла. Вот он. Дайва X-Cross. Хороший обдерок. Сейчас пару забросов здесь сделаем, да поедем. Рановато мы сюда приехали. У нас план Б. Видишь, такой мостик? Так иди первый, иди первый. Давай, тяжелую артиллерию. Ты тут уже был? Я тут даже практически сам был. Главное, у меня бедет такие промазанные ваня. Пишет довольно-таки легко. Ой. Пойдем, я тебя не могу, там, наверное,
Я бы сказал, очень не очень. Сейчас пойдем на озеро прогуляемся. Лодку оставили. Попытаем счастье там. А? Ой, громко. Хорошо. Вот добрались мы. Да. Озеро. Под планом Б. Тут люди были. Сказали, что язь есть. Язя видели. Сейчас мы будем искать язя или кого-нибудь. И как обычно мы с Настей все язевые дома. Брал только щучий. Сейчас попробую на маленькие вертушки. Может, что и получится. А я на силикон. Пробуй, ну, сейчас как раз поймем, что надо, да? Так, здесь у меня большие. Здесь большие вертушки, где-то маленькие у меня серебряные. Ладно, Лёхи. Язёвчик хороший, да? Смотри, Лёха, аккуратно так со спиннингом. Работал наш план. Подсказка. Спасибо. Не клюет. По крайней мере, у меня Лёха ключик подобрал. Нет, нет, достает. Подъязков. У меня пока тишина полная. Даже не тычка. Пойду сижу в протоке. Прогуляюсь. Язюк. Офигеть, на камеру, наверное, не видно. Вот он, кабанчик. Это не кабанчик, шершавый если. Плавай в озере. В очках хорошо видно, как они пошли сразу. Один. Какую лапку? Не, язёк. Такой, ух, хороший. Странно, вообще не самцы клюют, потому что здесь весь шершавый. Иди в колодец пока, там решим с тобой что делать. Да нету, пусто. Хороший, да? А вон они пошли как раз, ну. Опа. Вот он. Да. Да. Его прям видно. А... Не, это как раз вот стайка шла. Язёчков. Наверное.
такие шершуны. На паузе, гляньте-ка, подобрал. Такой же небольшой. Самки заняты делом. Поэтому самки не вижу смысла брать. Е-мое. По губам дал. Второй раз возьмет или нет? Второй раз он от нее в сторону убежал. Есть красавчик. Да е-мое, хотел тебя сфоткать просто. Эх, сорвался и срамец. Хорошо его заприметил. Четко в рот его кинул. Крючок уже бедный разогнулся. Спиннинг вообще для этих целей. У него тест 4.16. А чебурашка грамма 2, наверное, кидает. Опа, вот это удар прям в руку почувствовал. Такой вот малыш, язёк. Ну, чисто самцы клюют. Самочки. Ноль реакции вообще. Красавчик. Беги. Шершавый. Опа. Есть кабанчик. О, это хороший. Самый большой пока.
Мы тоже самец. Такой с красавчик. Тоже приглядку увидел, что плывут. Подмотал. И достал. Все просто. Не мелочь. Опа. А тихо ты шершавый, выпущу. Эй, красавчики. На солнце вообще красиво. Тихо. Придавил, скорее даже подбагрил. Ой. Ляп. Сразу за берега хватает. В принципе, подёртый. Бедняга. Жизни побитый. Наверное, уже отнерестились. Я себе просёк как крючок. Такой вот побитый нерестом и жизнью. Вот только под берегом пойдет, сразу хапнет. А вот почему так, не пойму. Там дальше не клюют. Под берег все люди питаться идут, так они тоже там вот собирают мошку. Он пошел, красавчик. Оп, есть. Жаль, вот его под берегом видишь, так сразу ловится. Эх, сорвался, ну ладно. Поклевку подарил, то хорошо. Поклевку сопротивление. Хороший пошел. Отличный вообще. Кабанчик. Талаптик. Лоптик хороший. Сейчас сфоткаю, выпущу. Все, фотосессию с трофеем провел. Видите, какой красавчик. Ну, такой грамм 700-800 в этом есть. Крупный самец. С ударом таким поставил вертушку. Вроде небольшой, а влупил так, как большой. Вот такой
На вертушку взял? Ну. И с таким еще ударом, знаешь, хорошим. Опа, только сказал. Сразу взял. Да. Ну, белая. Да, да. Ну как белая, серебряная. Вот такая вертушечка. Тоже ребята с Fishing Today прислали. Белорус, белорусская. Хорошая вертушка. Я как раз хотел проверить ее по язю. С утра не клевала. Сейчас вот. Заклевала и на вертушку. Провожает, но не берет. Опа! Вот это всёк. С хорошим ударчиком всёк. Да. Вроде небольшой, блин. Большие не так сопротивлялись, как этот. Для него тоже такого же поймал. Поймаем крайнего язя и будем домой собираться. Что-то клюв совсем стух. Гребсти еще далеко, поэтому ох, как ударил сейчас. Но не взял, блин. Все, скажем озеру спасибо. Мы пошли в сторону дома. Нет, точнее, в сторону лодки. В сторону дома еще далеко. Устроился? Да. Ну что, на этой замечательной ноте, на этом красивом ягеле, съев вот эту прошлогоднюю. Она вкусная, бруснику. Это волчья ягода. Северная. Смотри-ка, не сладкий. Сейчас озвереешь. Будем заканчивать нашу рыбалку. В принципе, рыбалка сегодня состоялась благодаря Лехе с канала Ямал там Деклёва. Потому что он у нас парень хозяйственный, взял с собой маленькие приманки для микроджига. И нам удалось половить нельзя. Если бы не было этих приманок, то я думаю, было бы все печально. Михалыч, это я. Подписывайтесь тоже на канал. По фишкаяку в целом довольны. Нужно немножко приспособиться к нему. А так вдвоем вполне возможно плавать. Специально брал такой побольше и поместительный, чтобы можно было взять и напарника, и снасти любые, ну, стачок какой-нибудь съездить. Чтобы был вместительный. В принципе, доволен. Варвара я своего продал. Больше переворачиваться не буду. Эта лодка устойчивая. Все, ребят. Всем спасибо. Всем до свидания. Надеюсь, дальше со снастями не буду ошибаться и будет только лучше. Пока.